Сегодня я прошла обучение у Зори Файна. Что хотела сказать по этому поводу? В начале своего пути обучения фотоискусству я пробовала много способов и вариантов набрать знания, нужные для этого дела. Информацию я искала в интернет-просторах. Информацию я искала в каких-то книжках, журналах, читала блоги известных фотографов и не очень известных. То есть информации очень много. Еще очень много смотрела видеороликов, которые есть в Ютубе на всевозможные темы. Да, информации много. Но ни один источник информации не дал мне столько знаний обобщенных, столько знаний правильных, чтобы я смогла стать профессионалом. Что еще хотелось мне сказать? Цель, которую ставит Зори Файн, обучая каждого своего ученика, я могу сказать на примере себя, обучая меня, цель у него правильно объяснить ученику, как правильно создать фотографию. Неважно, хочу я потом снимать какие-то творческие сюжеты, какие-то творческие фотографии с использованием всевозможных фильтров. Главное, чтобы я знала, как это должно быть правильно, стандарты. А потом уже можно использовать свое творчество во всех отношениях. Очень благодарна за обучение. Я бы была довольна со временем пройти второй уровень, чего всем и желаю. Большое спасибо. В заключение хочу сказать, что сейчас держу в руках диплом, за что очень довольна и счастлива. Но самое главное, что я получила, это не диплом, а те знания, которые будут со мной всю жизнь, которые я смогу использовать в дальнейшей своей работе.